Всем привет, дорогие друзья. Не знал, что эта тема может быть кому-то интересна, но тем не менее. Раз люди спрашивают, значит, нужно рассказать. Задают вопрос мне, какую клемму нужно снимать, либо первой, если снимают аккумулятор, либо какую клемму отсоединять, если машина ставится на долгое время, ну и отсоединить надо, то есть отключить. Некоторые выражаются это, отключают массу. Так вот, если вы рукожоп, то отключайте только минусовую клемму. А лучше под капот вообще не лазьте. Если вы нормальный человек и понимаете, что плюсовую откручивая можно зацепить случайно какой-нибудь металлический предмет, на массу и коротнуть, и делать это аккуратно, то роли это абсолютно не играет, какую вы клемму будете снимать, если вам надо разорвать цепь. То есть самая главная цель – разорвать цепь. Разорвать цепь можно, сняв минусовую клемму, разорвать цепь можно, сняв плюсовую клемму. Удобнее, конечно, минусовую, потому что она безобидна, открутила все. Обычно на плюсовой здесь целая куча разных проводов. Чтобы они не ломались, лишний раз их лучше не трогать. Но если вам удобнее по конструктиву вашей машины, то, конечно, снимайте плюсовую клемму. Ну и, конечно, если вы не рукожоп. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, не забывайте подписаться на канал, не забывайте поставить на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока!